heaven on earth. Ваша хвала возносится к Богу, а ваше поклонение возносится к Богу. В воскресенье у вас встреча с Богом, а в вашей молитвенной комнате у вас встреча с Богом. Я не критикую вас. Я пытаюсь помочь вам, чтобы вы двигались в пробуждении, которое Бог дает вам. Вам не нужна теплая, разбавленная, скопированная с мира версия церкви. Вам нужна библейская истина. У вас должен быть голод в сердце. Вы должны смириться, ощутить жажду по Богу, вернуться к Богу. Братья и сестры, на основании Божьего Слова вы увидите божественное восстановление, благословение и прирост в жизни. Я приветствую наших зрителей на ТБН, One Gospel, Praise TV, Facebook. Давайте прославим Бога вместе. YouTube, CRC Online. Нас смотрят в России, Израиле, Америке, Европе, Индии, Пакистане, Китае, Африке. Нас смотрят в 26 исправительных учреждениях. Кроме того, нас смотрят церкви в Блумфонтейне и многих других местах. Пусть Бог благословит вас. Спасибо, что присоединились к нам. Сегодня будет чудесный день. Поаплодируйте Господу Иисусу Христу. А теперь себе поаплодируйте и соседу за то, что пришли сюда сегодня. Аминь. Я буду говорить об этом каждую неделю. Страх — это обман. А когда люди охладевают в любви к Богу, то приходит обман, и страх начинает ими управлять. Все потому, что страх — противоположность любви. Когда мы перестаем любить Бога, то страх становится нашей участью, а страхом управляет дух обмана. Спасибо, что пришли сегодня утром, приходите и вечером. А если вы жаждете Бога, то оставайтесь на следующее служение. Присаживайтесь одесную и открывайте свои Библии со мною на Евангелии от Луки, 17 главе. Я в восторге от того, что ждет нас впереди. Я знаю, что нас ждут великие вызовы и великая слава. Я верю Библии и тому, что слава позднего дома будет больше славы раннего. Если вы поклонники Бога, то увидите полное восстановление. Знаете, Бог не изменит свою версию на нашу. Мы не в суде, где судья или присяжные определяют, что Бог является Богом, а Его Церковь все еще является Его планом по спасению человечества. И пока вы сидите дома и смотрите нас, я хочу сказать вам, что некоторым из вас нужно оставить религию. Да. И вернуться в Дом Божий. Вернитесь в Дом Божий. Вернитесь в Дом Божий во имя Иисуса. Кто-то сказал, что ему надоело слушать о том, что мы здесь для того, дабы приобретать души. Они хотят слышать нечто посерьезнее. Когда я прихожу во дворы Божии, то Бог только об этом и говорит. Иисус пришел лишь ради того, чтобы найти и спасти потерянных. А последние слова Иисуса были такими: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всему творению». Бог не вернулся еще не потому, что вам нужно копнуть поглубже, а потому что вы должны достигать мир. Мы должны разобраться с нашей доктриной. Я считаю, что COVID привел к тому, что многие начали лишь принимать. А в таком положении очень легко впасть в заблуждение. Что сказал Иисус? «Следуйте за мною, я сделаю вас ловцами человеков, не просиживателями штанов». Ну, а теперь давайте перейдем к посланию. Евангелие от Луки, 17 глава, 11 стих. «Идя в Иерусалим, он проходил между Самарией и Галилеей».
И когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили: «Иисус, наставник, помилуй нас». Это не было тихое служение. Они кричали. Увидев их, он сказал им: «Пойдите, покажите священникам». И когда они шли, то очистились. Один же из них, скажите, один из них, видя, что исцелен, возвратился, громким голосом прославляя Бога, и пал ниц к ногам его, благодаря его. И это был самарянин. Тогда Иисус сказал: «Не 10 ли очистились? Где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?» И сказал ему: «Встань, иди, вера твоя спасла тебя». Итак, мое сегодняшнее послание весьма простое. Оно называется «Один вернулся». Мы прочитали в 17 стихе: «Не 10 ли очистились? Так где же 9? Иисус смотрит на свою церковь, на людей и говорит: «Что? Когда вы были в нужде, то бежали ко мне, чтобы я прикоснулся к вам, исцелил, спас, благословил, избавил, дал вам ребенка? А теперь, когда я восполнил вашу нужду, вы так быстро все забыли и даже не вернулись, чтобы поклониться мне?» Библия говорит, что в последние дни любовь многих охладеет. Все это произойдет до возвращения Иисуса Христа. Второе послание Фессалоникийцам, 2 глава. Библия говорит о том, что мы не должны отчаиваться. Когда слушаем послания и слухи, которые сегодня распространяют новости, вы сами можете прочитать это местописание. Там сказано, что сперва будет великое отступление. Великое отступление, в котором любовь многих охладеет. Они изменят свой формат и перестанут возвращаться, чтобы поклониться Ему. Очевидно, что вы здесь, потому что Бог сделал нечто великое в вашей жизни. Скажите аминь на это. Я обращаюсь также и к зрителям, тем, кто смотрит нас по телевизору. Вы призваны к тому, чтобы приходить в Его дворы и прославлять Бога. Вы здесь, потому что в вашей жизни все еще есть вызовы. Я ведь прав, да? Аминь. Мы приходим в церковь по воскресеньям и даем десятины и пожертвования. Можете прославить Его громко, когда Бог благословляет нас зарплатой для того, чтобы поклониться Богу. Иисус был в шоке. К Нему подошло 10 человек. Они все воззвали к Нему на служение и пробуждение. Они нуждались в том, чтобы Бог сделал что-то для них. Он сказал им: «Идите». И когда они пошли, последовав Слову Божьему, они очистились. А тот, кто вернулся, пережил полное восстановление. Вы должны знать, что такое проказа. Она приводит к тому, что части тела начинают гнить и отпадать. Кто-то из этих 10 человек мог потерять пальцы на руках или на ногах, и даже конечности. Но когда они поступили по Слову Божьему, проказа ушла, и они очистились, но они не исцелились. Многим из нас Бог дал мир, но мы не пережили его полного восстановления. Аминь. Вам все еще нужно, чтобы Бог сделал что-то в вашей жизни. Вы в порядке, но не на все 100%, ведь так вы почти достигли цели. Бог открыл двери, но вы еще не прошли через них. Я хочу сказать вам сегодня, что один из ключей состоит в том, чтобы приходить каждую неделю и поклоняться Богу. Ведь тот, кто вернулся, не только тот, кто воззвал в нужде, кто вернулся через 20, 30, может, 40 лет и продолжал ходить в Дом Божий,
приносить десятины и пожертвования, получил благословение и восстановление в жизни, потому что он не забыл. Он не просто прославлял Бога и ходил на собрания, потому что у него была нужда. Он прославлял Бога и поклонялся Богу. Надеюсь, разницу видите? Когда Бог коснулся его, он пришел и преклонился перед Иисусом. Когда Бог восполнил его нужду, он пришел и поклонился Богу. Что говорит Бог? Поклонение приносит атмосферу небес на землю. Бог говорит: «Хорошо, а где остальные? Ты самарянин, ты даже не еврей, ты даже не связан с заветом, но твое поклонение привлекло меня. Я не просто очищу тебя, но исцелю и восстановлю тебя». Этот человек был исцелен. Его конечности отросли, его финансы восстановились. Его брак исцелился. Ваш муж придет ко Христу. Это год божественного восстановления и возобновления. Бог сказал мне, что один из ключей состоит в том, чтобы поклоняться Ему так, как никогда ранее. Я обращаюсь ко всем, кто видит меня. Прославьте Господа так громко, как можете, прямо перед своим телевизором, хотя и церкви многих пастырей закрыты. Я их не критикую. Далеко не все считают, что я подхожу на роль пастыря. Я говорил с лидером одной большой церкви в Притории. «Твоя церковь открылась?» Он сказал: «Нет-нет». Я спросил: «Почему?» Он сказал: «Мы подходим весьма консервативно к этому вопросу. Мы хотим спасать жизни». Я ответил: «Ну, хорошо. Давайте поговорим об этом». Люди умирают каждый день и каждый год. Мы используем санитайзеры, придерживаемся дистанции. Департамент здравоохранения был у нас на прошлой неделе. Они сказали мне: «Пастор, мы не хотим бороться с вами, мы хотим работать с вами, мы хотим убедиться в том, что ваша церковь будет открыта безопасно и ответственно». Аминь. Прославьте Господа за это. Они сказали: «Из-за вашей твердой позиции мы будем использовать вас в качестве прототипа для безопасного открытия церквей. Если бы мы закрылись и дальше прятались по углам, то ничего не было бы. Мы боремся не ради себя. Мы боремся ради Царства Божьего и славы Божьей, ради потерянных и отступивших. Охладевшие люди должны вернуться в Дом Божий. Если вы охладели, то должны вернуться в место поклонения. Хватит называть свой путь тем самым путем. Только Иисус есть путь». Он сказал: «Я создам церковь свою, и врата ада не одолеют ее». Он сказал: «Мы хотим спасать жизни людей». А я сказал: «И мы тоже». Этим летом в Блумфонтейне и Притории спаслось 800 человек. «Что ты скажешь на это?» Он ответил: «Я не обязан ничего говорить». А знаете почему? Потому что мы зацикливаемся на лжи и забываем о величайшей цели Бога — найти и спасти потерянных. Церковь существует для того, чтобы попирать ад и наполнять небеса. Не просто для того, чтобы сидеть, киснуть и беречь свои жизни. Бог не призвал нас к сохранению. Бог призвал нас попирать ад и наполнять небо во имя Иисуса. Вы боитесь приходить в церковь? Проверьте температуру и не бойтесь. Сегодня утром я был в зале. Я сказал администратору, что он не обеспечивает безопасность, на что он ответил: «Ну, я не заставляю никого приходить в этот зал. Люди сами решают, куда им приходить». И то же самое касается церкви. Мы никого не заставляем приходить в церковь. Я спросил его: «А ты ходишь в рестораны?» «Ну, конечно, хожу». Я сказал: «И? Ты не хочешь, чтобы церкви были открыты, чтобы люди могли приходить и питаться духовно? Я знаю, что некоторые могут разозлиться на меня, особенно проповедники. Я не критикую никого лично, но я советую вам открыть церковь. Откройте церковь, верните людей в Дом Божий, дайте людям право поклоняться Богу. Церковь не могут возглавлять лидеры, которые боятся. Когда Бог освободил евреев от мадианитян, и Гедеон собрал 32 тысячи человек, то первое, что сказал Бог: «Скажи тем, кто боится, что я не могу выиграть битвы с ними. Отошли их домой». 22 тысячи ушли.
22 тысячи воинов. Величайший вызов для меня сегодня — убедить пастырей по Зуму, чтобы они не боялись. Такое чувство, что люди готовы бороться за свое право на страх. Я знаю, что кому-то эти слова покажутся обидными, но вы должны услышать их. Вы боитесь, потому что вам за 60. Сколько здесь людей, которым за 60? Когда мы открыли церковь, то первыми в церковь пришли люди в возрасте. Я не говорю старики, потому что сам уже почти такой. Они были первыми. Почему? Потому что у вас есть отношения. Мы спаслись 40-50 лет назад. Никто не может забрать этого у нас. Мы не слабое поколение, которое сегодня любит Бога, а завтра нет. Мы знаем, что Бог сделал для нас, для наших детей. Мы знаем, как Бог спас эту страну. Вот почему мы всегда будем возвращаться и благодарить, а также поклоняться Богу. А в тот день, когда мы покинем эту землю из-за ковида или любой другой болезни, мы сделаем это в облаке славы. Мы не покинем этот мир в страхе. Мы будем проповедовать Евангелие, попирать ад и наполнять небо. Я услышу аминь от радикальных христиан. Количество наших зрителей возросло на множество миллионов за время локдауна. Но вопрос не в этом. Мы видим рост и в наших церквях в ЮАР. Нас смотрят люди в Пакистане и Индии. Сотни миллионов смотрели нас в первую неделю трансляции. Сейчас наше служение выходит на Praise TV по всей Индии и Пакистану. Люди хотят истину, хотят Евангелие. Люди не хотят напуганного христианства. Они хотят бесстрашного христианства. Ведь так? Вы должны принять решение и стать тем, кто вернется. Даже если ваша жена хочет оставаться дома, вы возвращаетесь. Не говорите мне, что вы служите Богу, переключая христианские каналы. Будьте тем, кто помнит. 20 лет назад Бог дал мне бизнес. Когда у меня ничего не было. Теперь вы зарабатываете миллионы, и ваша десятина слишком велика. Бог вернет вас к тому месту, когда вы чтили Его десятиной, и у вас не было проблем с налогами. Когда у людей нет ничего, а они просят у Бога, «Сделай меня кем-то, используй меня». И в тот момент, когда Бог благословляет их, благословение становится слишком большим. «Я слишком занят, пастор. Я не могу ходить в церковь. У меня новая жена, пастор. У нас только что родился ребенок. 9 лет вы просили у Бога ребенка, и теперь он у вас появился. Вы хотите сказать мне, что ребенок не дает вам ходить в церковь? Вам стоит воспитывать своего ребенка в Доме Божьем». У вас не было бизнеса, а теперь Бог дал вам бизнес. И когда вопрос касается того, чтобы почтить Бога десятиной, не забывай, что Господь дает силы приобретать богатство, чтобы установить свой завет. Но внезапно оказывается, что сумма слишком большая, а когда вы были на зарплате, она не была такой большой. Однажды вы молились, говоря, «Боже, сделай меня финансовым каналом». Бог услышал вашу молитву и благословил вас. Теперь вы слишком велики для этого. Вы даете выборочную десятину. Вы выборочно ходите в церковь. Я знаю, что вам неприятно это слышать, но я готовлю церковь к пробуждению. А пробуждение не будет там, где люди теплые, где люди нерешительные. Пусть теплые остаются дома, и пусть горячие христиане собираются вместе. Хочу сказать вам, братья и сестры, что огонь Божий сойдет, и охладевшие придут на огонь. Но Бог не может дать огонь там, где люди нерешительны, теплы, посредственны в своем поклонении Богу. Посвятите себя полностью. Я вспоминаю притчу о сеятеле. Марка 4 глава, Матфея 13. Один сеятель, одно семя. Но именно почва определяет 4 категории людей. И даже в последней категории людей, посвятивших себя, мы видим разный плод. Это не Божий замысел, а их выбор 30, 60 и 100. Иисус говорит, вот как работает царство. Он говорит в Евангелии от Матфея.
претерпевший до конца, спасется? Не тот, кто просто будет идти. Мы видели на прошлой неделе, что Иисус говорит: «О, если бы ты был холоден или горяч». Я думаю, что все мы согласимся, что теплые люди, как теплое пиво. Я не говорю, чтобы вы пили пиво, теплая минеральная вода, к примеру, да? Как-то я поехал на источники, и вода была теплой. Отвратительно, я не мог охладиться. Это была гадость. Либо холодная, либо горячая. Мне не хочется теплого кофе. Если мне принесут теплый кофе, я скажу: «Заберите это, я не хочу теплый кофе». Спасибо. Либо холодный чай, либо горячий. Вы не хотите тепленьких отношений. Вам не хочется тепленького поцелуя. Понимаете меня? Точно так же нам не нужна тепленькая среда. Вы не хотите ничего тепленького. Мы хотим убедить Иисуса, что ему хватит расслабленной версии нас. Писания больше не являются определяющим фактором. Мы видим нашу культуру. Павел говорил об этом во втором послании Тимофею, 3 главе. Он говорит о культуре общества последних дней, которое не будет уважать Бога. Одним из главных признаков этого является неблагодарность людей. Неблагодарность — это когда вы думаете, что вам все обязаны. Когда вы начинали работать, то были благодарны, но теперь вы жалуетесь, что вам мало платят. Когда вы пришли в церковь, то все было для вас. Теперь же учения пастора недостаточно глубоки. Ничего не изменилось. Это вы изменились, вы стали теплыми. Больше ничего не изменилось. Бог не изменился, Он все еще на месте. Жизни людей меняются. Но это вы, брат или сестра, изменились. Вы должны вернуться во дворы Божьи. Мы должны не жить в сознании греха, но жить в покаянии. Мы должны следовать за Ним. Мы должны соответствовать Ему. Нет такого, чтобы в Писании Бог сказал: «Гавриил, Михаил, нам нужно собрать конференцию. Бог Отец, Дух Святой, нам нужно устроить конференцию. Я не знал, что будет кризис ковида в этом мире. Пандемия гриппа с 18 по 20 была намного серьезней. 40 миллионов человек умерло за 3 года. Услышьте меня. Бубонная чума убила 40% жителей Европы и Северной Африки, но никто не говорил, что это Бог пытается перестроить свою церковь, а сейчас все хотят сделать Бога центром этой пандемии. Они говорят, что Бог перестраивает церковь. Нет, это испытание вашей веры, вашей любви к Богу, вашего посвящения Богу, вашей страсти по Богу. Это испытание вашего уровня веры и вашей страсти по Богу, по потерянным. Потому что именно это и делает данное испытание. Оно поднимает на поверхность то, что находится внутри вас. Нерешительные, посредственные, тепленькие люди не изменят мир. Я сталкиваюсь со многими христианами, которые не хотят сталкиваться со мною. Они говорят о новом пути. Я спрашиваю их: «Что это за путь такой?» «Пастор, мы лежим в постели и смотрим вас». На что я говорю им: «Ну да, мне хочется вырвать». Вы хотите сказать, что ковид определяет ваш уровень поклонения, ваш стиль? Я обращаюсь не только к обращенным, но и к миллионам людей, которые смотрят нас по телевизору. Я не буду играть на публику, как другие проповедники. Не буду. Поднимитесь со своей постели, оставьте лень и вернитесь в Дом Божий, во дворы Божии. Если вы хотите увидеть полное восстановление Божие в своей жизни, вы должны вернуться к Богу. Смиритесь, вернитесь к Богу во имя Иисуса. Я не видел, чтобы Бог делал нечто, когда нам комфортно. Возможно, сегодня вы думаете, что вам не за что быть благодарными. Возможно, вы проходите через серьезные вызовы. Я понимаю это. Боль реальна. Вот почему вы должны поклониться Богу.
Вы должны принести себя в жертву живую и святую. Не нужно быть мертвой рыбой в постели. Будьте живой жертвой, придите в Его дворы. Аминь. Если ваше имя записано в книге жизни Агнца, если вы рождены свыше, и вас ожидает небо, у вас есть все причины, чтобы прославлять Бога. И если это про вас, если вы рождены свыше, то поднимитесь на ноги у себя дома и прославьте Господа или здесь, аллилуйя. Если вы сидите в комфорте, то вы забыли. Если у вас есть еда в холодильнике, одежда на теле, крыша над головой и место, где спать, вы богаче 75% мирового населения. Если у вас зарплата больше 4500 рент в месяц, вы благословеннее 70% мирового населения. 70%? Всего 5000 рент в месяц. Бог дал вам бизнес, фермы, Бог дал вам власть, Бог благословил вас, а вы не можете найти время, чтобы вернуться, дабы поклониться Ему. Что с вами сталось, люди? Иисус спросил, что с остальными 9, где они? Что с ними? Я прикоснулся к вам. Я благословил вас. Но вернулся лишь ваш друг-самарянин? У него нет почти ничего, но он почтил Бога, как женщина с двумя лептами. А вы, которых Бог благословил деньгами, не можете почтить его? Что с вами? Где остальные 9? Где ваше поклонение и ваши приношения? Ваше место пустует 15 месяцев. Я знаю, что вы не покупали это место, но это место для вас. Если сегодня вы скорее здоровы, чем больны, то вы благословение 1 миллиона людей, которые умрут на этой неделе. Если вы не сталкивались с опасностью на войне, одиночеством или тюрьмой, пытками или болью от голода, то вы живете лучше 2 миллиардов людей в мире. Если вы можете посещать церковные собрания без страха ареста, мы не боимся, но нас могут арестовать. Ареста, пыток, смерти, вы благословение 4 миллионов жителей ЮАР. Пусть наше правительство не будет мешать церкви поклоняться Иисусу Христу. Пусть правительство не будет той тяжелой рукой, которая противостоит церкви Иисуса Христа в ЮАР, потому что церковь возглавляла борьбу с апартеидом. И вот почему церковь не может быть опциональной. Мы должны нести жизнь. Если у вас есть работа в ЮАР, вы благословение 33% людей, которые безработны. На самом деле статистика еще страшнее. Если вы можете слышать меня, видеть сегодня меня, у вас есть причина для того, чтобы вернуться и поблагодарить Бога. Если у вас есть 2 ноги и 2 руки, иногда мы думаем, что у нас нет причин быть благодарными. Подумайте о трудностях других людей. Недавно я обедал с одним человеком в инвалидном кресле. Он был одним из лучших игроков регби в нашей стране. А потом на него напал вирус гриппа и парализовал его. Это мой друг. Он всегда помогает другим. Он всегда участвует в разных фондах, хоть он и в инвалидном кресле. Я прошел с ним этот путь и часто думаю об этом. Я не хочу критиковать других. Сегодня он сидит в церкви в Блумфонтейне. Рядом с ним гимнаст Джерард. Он собирался жениться, потом он прыгнул с моста и ударился головой о что-то под водой. Его парализовало от головы и ниже. Каждое воскресенье он в церкви. Каждое воскресенье он поклоняется Богу. Каждый день ему нужно ездить на лечение. Его парализовало от шеи. Он не может пользоваться руками, но сейчас он сидит в церкви Блумфонтейна и прославляет Бога. Я думаю иногда, «Боже, помоги нам! У нас 2 ноги, 2 руки, голос».
У нас так много того, за что мы можем быть благодарны, мы можем дойти, куда захотим, мы можем иметь близкие отношения с женой. Эти люди потеряли все это. Вы смотрите на себя, словно вам не за что поблагодарить Бога. Поднимитесь на ноги и прославьте Господа. Проявите уважение к Богу. Прославьте Господа Бога, который был благ и милостив к вам. Поклонитесь Ему во имя Иисуса Христа. Будьте тем, кто помнит и кто возвращается. Будьте тем, кто возвеличивает и рассказывает свою историю. Будьте тем, кто не забывает то, что Бог сделал для вас во имя Иисуса. Ведь без этого отношения превращаются просто в рутину. Когда вы перестаете поклоняться, возвращаться, помнить, прославлять, благодарить, все это превращается в религию. Библия говорит нам в первом послании Фессалоникийцам, 5 главе. «За все благодарите. За каждой тучей скрывается солнце, в каждой плохой ситуации есть нечто хорошее. Отпечатки Божии есть во всем, куда бы вы ни шли. Не застревайте в месте неблагодарности, в месте страха этого времени. О нет, вы дитя Божие, вас ждет небо». Вы отличаетесь, и Библия говорит, что мы не боимся тех, кто может забрать у нас жизнь. Мы не позволим никому запугивать нас и угрожать нам. Мы боимся Бога живого, Бога праведного, и мы поклоняемся этому живому Богу. Однажды мы предстанем перед Ним. Вот почему никто не может забрать у нас поклонение, украсть хвалу у Бога, который прекрасен. Воскликните «Аминь» во имя Иисуса. И помните, 99-й Псалом, 5 стих говорит: «Входите во врата Его со славословием и во дворы Его». С чем? С хвалою. Первая книга Паралипоменон, 16 глава, 34 стих. «Славьте Господа, ибо вовек милость Его». Давайте не забывать об этом. Мы не можем преклоняться перед образами этого мира. Мы не можем искать поклонения Богу, потому что так диктует век этого мира. Мир говорит, что все должно измениться, правда? Из-за соцсетей наше поклонение должно измениться, так что ли? Мы используем сети, но они не могут заменить собрание верующих. Мы поклоняемся Богу, потому что Бог живет в хвале своего народа. Ефесянам 2:2 тут сказано, что церковь — это обитель Духа Святого. Это часть вашего христианского пути и опыта, который будет с вами, пока не вернется Иисус Христос. А вот и все. Вы должны приходить каждое воскресенье. Вы должны найти церковь, где горит Божий огонь. Придите туда в следующее воскресенье. Наденьте лучшую одежду и придите во дворы Божии. Придите и поклонитесь Богу. Вы увидите, что Бог сделает нечто в вашей жизни. Во имя Иисуса. У нас не должна быть короткая память, память избирательная. Когда Моисей пришел к Богу и задержался там чуть дольше, чем они ожидали, ровно народ решили создать другого Бога. Послушайте, они решили: «А давайте скажем, что вот этот Бог вывел нас из Египта». Они превратили образ Божий в золотого тельца. Они сделали его. Вот что делает религия. Вот что систематически делают медиа через дух страха. Они искажают образ христианства, наше поклонение. Они преклонялись перед Ним. Люди приносили свое золото и драгоценности, которые представляли систему мира, и они создали этого тельца. Когда Моисей увидел это, то сказал Аарону: «Что ты наделал, брат?» А тот ответил: «Мы бросили золото в огонь, и из огня вышел этот телец». Люди видят ковид, он внезапно начинает определять их уровень поклонения и то, как я буду служить Богу. А вот оно как. Появился телец. Нет, он не появился, это ваше сердце охладело. Оно стало теплым. Если вы хотите увидеть восстановление в своей жизни, то должны вернуться. Должны вернуться. У Бога и Моисея были очень интересные отношения. Я изучал их. Бог говорит Моисею: «Твой народ, который ты вывел из Египта,
Так бывает, когда родители спорят о детях. Когда наши дети ведут себя плохо, я говорю жене, твои дети. Но когда они ведут себя хорошо, мои дети. Мы видим, что у Бога были похожие отношения с Моисеем. Он говорит, твой народ, который ты вывел из Египта. Послушайте, Моисей не выводил. Бог злился на них. Бог сказал, я сотру их с лица земли. Посмотри, они отвернулись от того, кто вывел их из Египта. Как быстро они забыли. Они создали идола, преклонились перед ним, танцевали и приносили ему жертвы. У Навуходоносора был золотой телец. Это тот образ, который данный мир хочет протолкнуть христианам. Он говорит нам, что именно так мы должны поклоняться Богу. Но я хочу сказать вам, что есть остаток, который не преклонится перед этим образом. Он будет гореть, он будет приходить каждую неделю, чего бы это ни стоило. Он будет поклоняться Богу живому, потому что он не забыл, что он поклонник Бога. Эти люди вернутся. Скажите аминь и прославьте его во имя Иисуса. Мы не должны забывать, не должны забывать. Давление этого мира, заявления ученых не должны управлять нами. Они говорят, вот новый путь христианства. Эд Бошев отказывается преклониться перед образом, которого нет в Библии. Я буду поклоняться Богу так, как говорит Библия. Я буду защищать Церковь Господа Иисуса Христа, пока Иисус не придет за мною. Послушайте, после этого он перемолол этого тельца в воде и заставил людей выпить эту воду. Но вы же не хотите, чтобы с вами так было, чтобы вам дали такую воду, и вы ее выпили. Вы вкусите свой извращенный образ Бога. Вы вкусите свою теплоту. Смиритесь. Вы говорите, пастор, это чудесное слово. А что мне делать? Придите к Богу. У некоторых из вас осталось мало времени. Мало. Очень мало. И когда вы выдохнете в последний раз, второго шанса не будет. Так что возвращайтесь. Бог говорит вновь и вновь в Библии, «Вернитесь ко мне, и я буду с вами. Вернитесь, приблизьтесь ко мне, и я приближусь к вам». И перед тем, как закончить эфир, я хочу, чтобы вы положили руку на свое сердце и сказали, «Отче, я возвращаюсь к Тебе, займи свое законное место в моей жизни». Скажите это со смирением. «Я преклоняюсь перед Тобою, смиряюсь. Ты нужен мне, Иисус. Веди меня по пути жизни во имя Иисуса».